Туда свозили на уничтожение со всей Европы. Да. Пришло население белорусов, планировалось 75% экстерминировать.
Акция посвящена памяти жертвам погибших во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой, будем сказать так, если правильно. Так как 22 июня 1941 году началась Великая Отечественная война, мы приурочим этот день тех людей, которые не дожили до победы, которые прошли муки, ад всех этих лагерей, войны. Акция проводится на общественных началах, без всякой организации. Организовываем эти как-то совместно, какой-то есть свой общий коллектив, объединяем вокруг себя людей, которые чтут и помнят подвиги наших отцов и дедов.